Два чудно подстриженных братца Джедвард продолжают зарабатывать себе на карманные расходы. В данную секунду близнецы принимают участие в американском реалити-шоу «Большой брат». Подожди, я сниму носок. Даже перед телекамерами братья не могут себе позволить намочить прическу. Но зато купаться в носках, пожалуйста. Появление Джона и Эдварда на площадке реалити производит среди телезрителей настоящий фурор. Они уже участвовали в шоу X-Factor, потом побывали на Евровидении, и вот теперь... Братья Джедвард! Перед тем, как попасть в лапы Большого Брата, Джедвард отвечает на несколько вопросов поклонников. Что ты ждешь от шоу «Большой брат»? Не важно, что там случится, главное, чтобы ты меня во всем поддерживал. После того, как первые серии «Большого брата» выходят в эфир, поклонницы начинают задаваться вопросами совсем другого характера. Что это за девица, от которой братцы не отходят ни на шаг? С валидолом под языком фанатки Джедвард узнают, что эту девушку зовут Эми, и начинают ревновать, потому что братья в «Большом брате» проявляют к Эми явный интерес. Это Америка, не Англия. Тут так не говорят. В то время как поклонницы Джедвард глушат валерьянку ведрами и пристально следят за развитием событий в шоу, продюсеры реалити подсчитывают прибыль. Миша Осинин про новости.